Саженцы розы Нью-Даун относятся к морозоустойчивым сортам, которые на зиму лучше укрывать. Также эти растения обладают устойчивостью перед вредителями и болезнями. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от ветров. Почву дренируют, поскольку корневая система саженцев розы Нью-Даун глубокая. Время посадки – май или октябрь. Крупномеры розы Нью-Даун в высоту достигают от 200 до 250 см. Ширина кустика – до 200 см. Диаметр цветочков до 8 см, имеют полумахровую структуру и нежно-розовую окраску. Собираются они в крупные соцветия. Цветение продолжительное и обильное, сопровождается тонким ароматом. Роза плетистая Нью-Даун – это кустарники высотой от 200 до 250 см с типом роста, высокорослый, диаметром 200 см. Цветет растение в месяц июнь, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов средний. Окраска цветка нежно-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 7 до 8 см. Летом листва серо-зеленая, осенью листва серо-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу плетистую Нью-Даун создал Somerset Rose New Orleans из США. Годом создания растения считается 1930. Растение заслуженно завоевало следующие награды: Yorkshire Kind Rose, RHS AGM.